«Говорит и показывает. Город-герой». Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте. Общее число смертей от коронавируса в Республике Крым выросло до 70. Об очередном летальном исходе в воскресенье стало известно из ежедневной сводки регионального министерства здравоохранения. Еще у 105 человек за минувшие сутки подтвердилась новая коронавирусная инфекция. Такие данные на своих страницах в социальных сетях привел глава Крыма Сергей Аксенов. Далее приводим его цитату. 73 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины, 11 выявлены при скрининге здорового населения. Таким образом, в Республике Крым общее количество зараженных с начала пандемии превысило 5000, выздоровело 3008, 40 из которых за последние сутки. В Севастополе по состоянию на понедельник выявлено 28 человек с коронавирусом. Об этом на аппаратном совещании рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Александр Кулагин. У нас в инфекционной больнице находится 265 человек, в том числе 30 детей и 96 человек старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии инфекционной больницы находится 11 человек, один на аппарате искусственной вентиляции легких. В 9-й больнице у нас на сегодняшний день находится 232 человека, в том числе 81 человек старше 65 лет. 9 человек в отделении интенсивной терапии, 1 на аппарате искусственной вентиляции легких. Александр Кулагин отметил, что сейчас в стационарах находится 177 человек старше 65 лет. Всего за неделю в нашем городе заболело 166 человек. Общее число зараженных выросло до 1135, из которых 29 с летальным исходом. Свободный коечный фонд. У нас сегодня будет издан приказ об увеличении коечного фонда по инфекционной больнице. С учетом увеличенного коечного фонда у нас на сегодняшний день 18 свободных коек. Михаил Развожаев поручил к среде провести все необходимые работы в одном из корпусов пансионата «Изумруд», чтобы перенаправить туда пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции. Сейчас специалисты департамента капитального строительства завершают процедуры подключения здания к сетям энергоснабжения. Настраиваемся, что в среду мы должны уже в легкие формы перевести в «Изумруд». Да, Сергей Юрьевич, правильно? Да, противочумная комиссия приехала сегодня, работает совместно с сотрудниками департамента 9-й городской больницы, выдадут свое заключение. Ну, у вас два дня есть, чтобы все вопросы закрыть сегодня и завтра, вместе, в том числе отработать с Роспотребнадзором. Потому что со среды уже эту работу надо провести. Медсестры в севастопольских школах протестируют учителей на коронавирус. В понедельник, 5 октября, во время аппаратного совещания, губернатор города дал поручение главе департамента здравоохранения снабдить учреждение образования тест-системами. У нас же есть медицинские работники, есть в каждой школе. У нас какая сложность организовать, спокойно по графику материалы им предоставить, обучить их тестированию, это что же медсестры, которые находятся в школах, чтобы они просто проводили в текущем режиме тестирование. Глава города поручил провести обучение для школьных медсестер. Протестировать педагогов должны в течение 2 недель до начала осенних каникул, уточнил Михаил Развожаев. Михаил Развожаев поручил свернуть все массовые мероприятия. Глава Севастополя обязал не планировать никаких программ, которые подразумевают большое скопление людей. Он напомнил, что в городе действует режим повышенной противоэпидемической безопасности. Заканчиваем все. Новых мероприятий никаких не планировать. Ни по линии образования, ни по линии, причем по высшей школе и так далее. Поработайте со всеми руководителями. На этой неделе, еще раз говорю, то, что какие где обязательства взяты, заканчиваются, все в особо повышенном режиме противоэпидемиологической обстановки. Театры, кинотеатры, значит, здесь такой вопрос. Я понимаю, что тоже заранее продаются билеты. Посмотреть тоже мне сегодня доложить, какое число у нас заканчивается. Масочный режим уже был обязательный и так. Значит, вот с сегодняшнего дня, чтобы продажу ввели следующих, значит, периодов с учетом продажи половины билетов и шахматной рассадки. Также губернатор поручил усилить дезинфекцию общественного транспорта. По объектам городской инфраструктуры, там малоархитектурные формы, остановочные павильоны, значит, надо еще раз будет сейчас вернуться к этому вопросу. И не, кроме текущей уборки, все-таки еще дезинфицирующими средствами город еще раз пройти.
Выдача бесплатных масок в городских троллейбусах, автобусах и катерах продлится еще неделю, сообщили в правительстве Севастополя. Пройти с экскурсией по боевым кораблям Черноморского флота и узнать о принципах взаимодействия сил ВМФ в нынешних реалиях. Такую возможность в скором времени получат предприниматели и представители промышленности. С 6 по 7 октября в рамках Международного морского бизнес-форума пройдет военно-морской салон СВМС-2020. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев. В списке кораблей, которые откроются для гостей форума, фрегат «Адмирал Григорович», малоракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и другие. В программе запланированы экспертные и панельные дискуссии, круглые столы на тему геополитических интересов России в Азово-Черноморском и Средиземноморском регионах, развитие отечественного кораблестроения, судостроения и судоремонта. Севастопольцы испытывают последствия сильных ливней. Еще один инцидент произошел в доме-объекте культурного наследия по улице Ленина, 10. В квартире многодетной семьи обвалился потолок. ЧП в доме номер 10 по улице Ленина произошло в 8:30 утра в пятницу 2 октября. Над квартирой номер 23, где проживает многодетная семья, образовалась сквозная дыра. На кухне обвалился потолок и потекла вода, залившая чердак сквозь прохудившуюся крышу. Вчера во время сильного дождя у нас началась небольшая течь по стенке, которую я не могла понять, откуда она идет. Очень переживала за колонку, потому что вокруг колонки текло. Когда он обрушился, еще там признаки того, что текла вода, были. В семье Миналиевых 5 дочерей. Старшим близнецам 15 лет, младшей 6. Дети успели уйти в школу к тому моменту, когда все произошло. Чудом никто не пострадал. Многодетная мать обратилась в управляющую компанию «Центр». Только дети ушли в школу, буквально вышли из квартиры, как обрушился потолок. После этого я была вынуждена найти возможность, чтобы помощи какой-то городской. УК-центр, они сказали, что приедут, как смогут только, потому что заказов очень много проблем у них по городу. Я им пыталась пояснить, что здесь дети, и боюсь, что потолок будет дальше падать. Они говорят, по возможности приедем. Через 4 часа приехали сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы. Провели какое-то время на крыше и предложили подписать акт о выполненной работе. Сказали, крышу починили. Однако кровля после этого якобы ремонта так и осталась дырявой. Мы увидели это, поднявшись в чердачное помещение. Они провели осмотр помещения моего, провели осмотр кровли на самой крыше дома и сказали, что они устранили течь. Дали мне бумажку, чтобы я расписалась с ней. Пояснили, что, в принципе, мне нужно 5 дней подождать, пока высохнет сама крыша. И после этого они даже будут содействовать там заплатки на потолке. Вместе со мной, я там тоже была, было обнаружено, что, в принципе, имеются очень большие зазоры в самой кровле. И точно такие же зазоры в потолке всего дома. То есть это может касаться не только нашего жилища, но и жилища наших соседей. Дом номер 10 по улице Ленина – объект культурного наследия. Это здание в списке счастливчиков. Фасад дома Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя обновил летом 2020 года. Однако до кровли руки и деньги дойдут гораздо позже. И они мне пояснили, что они делали работы по фасаду самого дома. А именно кровельными работами они будут заниматься в течение 3 лет. Это у них по плану. Проблемный дом по улице Ленина – не единственный, крыша которого требует ремонта. Однако в случае семьи Миналиевых работы необходимо провести срочно. В жилище беспрепятственно попадают осадки, и потолок грозит обвалиться в любой комнате квартиры, даже в детской. Семья обратилась в Севастопольское отделение Объединения потребителей России, которое в случае необходимости представит интересы Миналиевых в суде. Екатерина Коломиец, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. Власти Крыма обещают разгрузить трассу на Южный берег. Об этом в интервью одному из изданий полуострова сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гацанюк. По мнению главы правительства соседнего региона, проблему трафика в сторону ЮБК позволит решить строительство юго-восточного обхода Симферополя на участке Донское-Перевальное. Тогда транспортный поток будет перенаправлен через Ангарский перевал сразу на Алушту и Ялту, считает Юрий Гацанюк. Также в поле зрения крымских властей остается строительство и реконструкция трасс от Тавриды к курортным городам и поселкам, на чем в конце августа, открывая главную магистраль полуострова, акцентировал внимание президент России Владимир Путин.
В рамках федеральной целевой программы местные власти планируют к 2024 году возвести и обновить дороги в сторону Ялты и Судака. На сегодняшний день среди приоритетных у республиканских чиновников направление Белогорск-Приветное, 42-й километр пути до Судака и капитальный ремонт полотна между селами Красногорка и Мысовое, вплоть до Золотого, резюмировал председатель Совета министров Крыма. Крымская «Массандра» переформатировалась из госпредприятия в акционерное общество. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином государственном реестре юридических лиц 1 октября, пишет агентство «Интерфакс». Уставный капитал фирмы составляет в настоящее время 3 миллиарда 575 миллионов 899 662 рубля. Напомним, парламент Крыма в мае 2020-го внес «Массандру» в план приватизации имущества. Министерство имущественных и земельных отношений соседнего региона заявляло тогда, что вопрос продажи предприятия не стоит на повестке дня. ГУП реорганизует вхозобщество, собственником 100% которого станет Республика Крым. Акционирование «Массандры» позволит, цитата, «более эффективно управлять производством», заявляли чиновники весной. Напомним, «Массандра» объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежит 11 тысяч гектаров земли, из них около 4 заняты виноградниками. 58 новых сортов хризантем ждут посетителей Никитского ботанического сада. Об этом рассказала старший научный сотрудник лаборатории цветоводства, кандидат биологических наук Вера Зыкова. В этом году на известном цветочном балу будет представлено 400 сортов, 220 из которых – крупноцветковые растения. Среди этих хризантем будут и новинки. 14 сортов иностранной селекции покажут посетителям впервые. Гости также увидят еще 36 мелкоцветковых гибридов и 8 крупноцветковых, уточняют селекционеры. Для Никитского ботанического сада это будет уже 67-й бал хризантем. По традиции он начнется в конце октября и продлится до конца осени. Зрителям и коллекционерам также предстоит выбрать королеву бала – самую красивую, яркую и необычную хризантему. Два маленьких ребенка и их дедушка погибли на пожаре. Инцидент произошел в Сакском районе Крыма в ночь на субботу. Горел частный дом. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Республике Крым и Севастополю, трагедия произошла в поселке Геройское. Погибшим детям было 5 и 2 года, дедушке 50. Родителей дома не было. Они ушли к знакомым распивать спиртное. Входную дверь дома отец закрыл на самодельную ручку и забрал с собой, так как раньше дети самостоятельно выходили за пределы двора. Очаг возгорания обнаружен в месте расположения шкафа с вещами, где находились сожженные спички. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Окончательную версию следователи установят по итогам проведения экспертиз. К новостям спорта. Новобранец крымского элитного дивизиона. Команда «Гвардеец» оказалась сильнее футбольного клуба «Севастополь». Встреча второго тура нового чемпионата состоялась в субботу на поле спортивной базы «Скиф» в Новопавловке. Результат встречи можно назвать сенсационным, но вряд ли закономерным. Моряки могли снять все вопросы о победителе еще в первом тайме. Хозяева поля выбрали оборонительную тактику, что не помешало севастопольцам создать ряд опасных моментов у ворот «Гвардейца». Ну и голкипер команды из села Скворцова сыграл уверенно. И защитники его несколько раз подстраховали. Как, например, в самом начале встречи после удара Антона Галенкова. В первом тайме «Гвардеец» отметился всего несколькими навесами в нашу штрафную площадь. Зато после перерыва хозяева сыграли совершенно иначе. Тревожным звоночком для моряков стал момент уже на 48-й минуте. Замбалат Хасаев убегал на свидание с Сергеем Науменко, но севастопольский голкипер вовремя вышел из ворот и опередил соперника. Но спустя 4 минуты этот же нападающий отправил мяч в сетку ворот нашей команды. Форвард пробил из-под ноги защитника Севастополя, чем смог заставить врасплох капитана моряков. После этого хозяева бережно оберегали добытое преимущество. Севастопольцы в основном атаковали с флангов, безуспешно навешивая в штрафную соперника. Самая явная возможность отыграться выдалась на 77-й минуте, но после удара нашего нападающего Захара Тарасенко «Гвардеец» спас голкипер. Зато коллектив из села Скворцова ловил свои шансы в контратаках и добился успеха на 5-й минуте добавленного времени. Амед Дугу убежал от защитников гостей и пробил точно в дальний угол. 2-0. Гвардейцы на этот раз сильнее моряков. Если мы не будем забивать,
на 15-й минуте счет должен быть 3-0. Мы не сможем выиграть. И концентрация внимания на первых минутах второго тайма должна присутствовать в полном объеме. Вот и все. Команду мы изучили, команду мы знали, мы к ней готовились. Первый тайм полностью переиграли. Команда не создала ни одного момента, но, к сожалению, это футбол. Это футбол. В концовке побежали забивать, получили второй. После двух туров 6 из 8 команд имеют в своем активе по 3 очка. Без потерь пока идет только Крым-Теплица, с которым моряки и встретятся в ближайшие выходные. Матч пройдет на главной городской арене в среду 7 октября в 16 часов. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 590060, а также мобильный +7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей, до встречи и легкой вам трудовой недели.